Президент Беларуси сегодня направится с официальным визитом в Индию. Запланированная встреча с руководством этой южноазиатской страны. В центре внимания – развитие сотрудничества в торгово-экономической, политической, научно-технической и гуманитарной сферах, туризме. Речь пойдет о взаимодействии Беларуси и Индии в формате евразийской интеграции, новых возможностях для инвестиционного сотрудничества. Также в Нью-Дели пройдет бизнес-форум. От индийской стороны участие в нем примут около 150 бизнесменов. Перспективные направления сотрудничества – производственная кооперация, проекты в науке, фармацевтике и инвестиции. Сегодня в Женеве стартует новый раунд переговоров по присоединению Беларуси ко Всемирной торговой организации. В рамках программы запланирована встреча первого замминистра иностранных дел Андрея Евдоченко с секретариатом и старшиной рабочей группы ВТО Кемалом Маденоглу. Напомню, предыдущие переговоры с участием Беларуси прошли в Женеве 9 июня. Тогда стороны договорились, что секретариат ВТО распространит первый проект доклада рабочей группы на очередном раунде переговоров. 30 тысяч любителей бега из 52 стран. Минский полумарафон собрал рекордное количество участников. Благодаря успешной организации и участию бегунов со всего мира большой спортивный праздник носил статус бронзового марафона. Второй год подряд среди мужчин победил бегун из Кении Майю Кептун, а весь пьедестал призеров среди женщин заняли белорусские спортсменки Людмила Лихович, Нина Савина и Марина Доманцевич.